Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин» – программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам про новые штрафы и самый большой Volkswagen. Товарищи-хулиганы и прочие хамы. Похоже, для вас настают тяжелые в финансовом плане времена. Правительство нашей Родины утвердило внесение изменений в КоАП. Теперь за ваши хаотичные перестроения и прочие выкрутасы вам будут выписывать штраф аж 5000 рублей. Да-да, это он, штраф за опасное вождение. Согласно постановлению Кабинета министров, опасным вождением считается резкое перестроение из ряда в ряд, несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и резкое торможение без видимых на то причин. Другими словами, все те маневры, которые любят у нас так называемые игроки в шашки, учителя, да и просто люди с отвратительным воспитанием. Кстати, в Европе такие штрафы тоже есть. Например, в ФРГ опасным считается езда по автобану с низкой скоростью или движение в правом ряду со скоростью большей, чем едет левый. Штрафы там исчисляются сотнями евро. А в тихой, как санаторий Норвегии, за опасную езду могут и посадить. На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Volkswagen показала свой самый большой кроссовер. Он называется «Атлас», и длина его кузова составляет 5 метров 37 сантиметров, что на 20 сантиметров больше, чем Volkswagen Touareg. Автомобиль предназначен прежде всего для рынка США, да и производится он там же, на заводе в штате Теннесси. «Атлас» построен на платформе MQB, на которой построены, например, Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Понятное дело, что под 5-метровый 7-местный внедорожник ее адаптировали. В базовой комплектации «Атлас» переднеприводный и оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил. Полный привод доступен только за доплату с двигателем V6 мощностью 280 лошадиных сил. Коробка передач здесь одна – 8-диапазонный автомат. Интересны нам не только его размеры, но и цена, а вот тут самое интересное. На американском рынке «Атлас» стоит дешевле, чем «Touareg». Причем сумма весьма внушительная – почти 15 тысяч долларов. Перспективы для российского рынка уже определены. С конца следующего года он будет продаваться у нас, но под именем «Терамонт». О цене, понятное дело, говорить рано. Она у нас вычисляется по очень странным формулам. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».